Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в Dragon Age Inquisition. Шел уже второй день нашего задротства. Мы, кстати, впервые так без перерыва записываем, да. Если вы не знали, поэтому голоса наши ужасно уже посаженные. И мы стараемся быстро так пройти на максималочку эту игрушечку, правильно? Да, браток. Давай-ка заново. Что это хуйня? Не, ну надо, все, беги. Что это хуйня? Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть Dragon Age Inquisition. Естественно, с братишкой. Здорово. Вот. Шел уже второй день нашего задротства, ребят. Мы, кстати, впервые так долго задротим, без перерыва имеется в виду. Поэтому, ребят, прошу прощения за наши просаженные голоса. Вот. Сейчас мы куда направляемся, браток? Сейчас мы направляемся на эту самую финальную миссию. В последнем выпуске мы, так сказать, пошли на сюжетную миссию, где нам нужно было 8 влияния, помнишь? Да, но тут написано 4 почему-то. Нет, это другое. Вот сейчас у нас сколько? У нас сейчас 8. У нас сейчас 8. Это вот мы тут зарабатывали, пока. А, ну чтобы вернуться, да. Только дошли, ты прикинь. Браток, еще мертвяки. Кстати, смотри, сколько их тут много, осторожней. Она сказала run to for the castle, то есть бегите к замку. А зачем нам бежать? Мы сейчас хотим. Да не нахуй, я лучше побежал. Нет, сначала убей. Ах ты, ебаный в рот, их сколько тут? А придется? Кстати, ты забыл прокачать наших персонажей. Мы же, да, мы, у нас шестой уровень. Не забудь, братишка. Вот что хорошо, то можно съябывать по-быстрому. Я вообще очень маг, мне нравится то, что он лютый, сука, кемпер, блядь. Но мы могли бы выбрать какие-нибудь другие вот классы, например, вот... Мне именно маг нравится. Тут больше шанс выжить, мне кажется. Но потому позже что мы прокачаемся, это как в Destiny. А знаешь. Лучник здесь есть? Лучник — это тот же разбойник, только с луком. Просто будешь качать лук, и все, без разницы вообще. Понял. Кстати, кто-то умер. Какой-то браток. Ю, сука, совы бич, блядь. Девка ебаная. Сзади, видишь, как крыса. Сокующая девка, блядь. Так, осторожно. Кстати, у нашего братка лысого... А, нет. Я хотел сказать, что он всегда выживает с маленьким количеством хп, но, видимо, не в этот раз. Я еще, видимо, нарочно. Я еще и вообще не слежу, что происходит. Я просто... Браток, видимо, нарочно услышал меня, что выживать. Нет, значит, умрем. Специально. Так, браток, походу. Ну что, съябывать надо. Слушай, у меня есть мысль. Ну-ка, давай-ка мы на эту телегу встанем, ну-ка, что будет? Что будет? Походу, ну она ж не едет, она... Она рычит. Она рычит, нахуя не едет. Ёбаный, брат, ну у тебя зато хорошо получается людей доёбывать. Она не едет, она рычит, не едет. Ну, крысу убирай. Красава, Макс. Все правильно, блин, говоришь. Вот так вот. Мудрые слова. Сейчас этих мудилей мы подлечим. А, только чем лечить-то, посмотри. Надо их будет. Как мало осталось. Надо бы в управлении цифру 9 сменить на другую, потому что, блядь, я либо мне мышкой, либо никак. Ну ты, кстати, туда. Я же тебе сказал. Ну, извините, я вот так, как ты, не привык играть. Ну, это годами. А, нет, все равно не привык. Я тоже годами задрочу, можно сказать. Ну. Понимаете, у меня клавиатура в столе находится, а мышка еще дальше, и Максу типа неудобно. А у меня годами это формировалось, мой друг. Вот так вот. У тебя как мышка и клавиатура находятся? Сверху все. И микро также. Ну, там у меня Behunder, так что... Behunder он спереди, а клавиатура, она за ним получается. Вот ну так. Да. Ну и ничего не слышно. Плюс у меня клава такая, знаешь, как на Маке. Почти как на Маке. Браток, ну, блядь, мне ее подарили, так что я сделаю, я не выбирал. Посмотри, сколько темп дальше, братишек. Да мне похуй, вообще ебашу, блядь. Жаль, у меня нету, так сказать, по области урона. Да, знаешь, типа такие. Ядерки или что-то. Хитровые, блядь. Троечку забываем нажимать каждый раз. Троечку? Ну вот, видишь, молния. Ну, блядь, я один-два ебашу постоянно. О, видал, что это такое было? Ну, то есть это вот перк такой, он типа, так сказать, наносит урон. Тупо случайно даже. Вот так вот. Так низкое здоровье. Нашего гнома опять убили. Да, блядь. Не впервой. Хуя, чем девок, блядь. Вот так вот. Solas needs help. Варик вообще там уже валяется. Так, вот троечка сейчас заебашь. Только тройка дохуя дорого стоит. Слушай, самое, кстати, важное, нам нужен второй воин в команду. То есть, мне кажется, Варика надо заменить. Так, да скоро появится вот этого кунари возьмем, браток. Тебя сзади, кстати, атакуют вроде как. Нет, сзади просто кто-то сдох. Да ты что-то там, это...
Ну, это маленькие братки. Опять маленькие братки что-то там это. Ну, конечно, сзади кто-то сдох, конечно, Макс. Да, я понял. Ёбаный в рот, слушай, я сейчас умру. Да, в принципе, неудивительно. Да девки ебаны. Ну-ка, может, сюда так, отходи, 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 браток. Давай, давай, давай. Сейчас, погоди, я попить не отдохну, уже голос совсем не тот. Да ладно, ты сутки не почти тот. Отдохну. Ладно, какой там, ладно, не сутки совсем. Но... Ну, часа ты 8. Нормально отдохнул, браток? 8. Вот так сейчас будем цокать, блядь, девку ебаную. Хуесосы, блядь. Так, старуха. Кстати, мне, знаешь, что написали в ВК? Типа, да покорми ты уже своих котиков, иначе кто-то там из этих, знаешь, эй! Защитники, типа. А, это мои встали. Твои, прики. Твои, спокойно. Блядь, жизни нету. Что делать? Не знаю. Надо же отпиздить. Придется как-то выживать. Взять добычу. Так вот, слушай, слушай. Угу. То, что, типа, я не кормлю своих маленьких котиков. Ты видел их миски, блядь? Они жирные, они пиздец. Они до кормов! Ну ладно, ладно, Вася стандартный обычный котейка, блядь. Но Тимоха, сука, толстяк, блядь. Нет, прикол-то в том, что до краев миски-то кормом. А еще пишут в комментариях, типа, да, да, конечно. Им корма не хватает. Ну, конечно. Блядь, ты еще их не просто каким-то вискосом кормишь, ты их кормишь чем? Сухарями этими. Ну, блядь, так-то дорогими, сука, сухарями. Потому что котики вообще шикуют, блядь. Это как красная икра для человека, блядь. А черная? Ты пробовал, кстати, черную икру? Я как раз с черной начинал, красную я пробовал. Я черную никогда не пробовал. Ай, крысы, сзади, уёбки. А мне похуй, я побежал в замок, блядь, заебали. Ты уверен? Да. Осторожней только, браток. Так вот сделаю. Харгрейв. А. Конечно. А, ну понятно, блядь. Конечно. Конечно, тут всякие браток. Братки сразу. Сейчас меня убьют, браток. Смотри, сколько жизни, блядь. И аптечек ноль. Сейчас. Я добегу. Я добегу. Добеги. Я добежал. А что дальше делать? Ну, дальше, не знаю. О, этот жив остался. О! О! Слушай, да я хитро выебанный, блядь. Ты вообще хитро выебанный. Ни хрена. Так тут просто у нас должен был быть лагерь, поэтому, видишь, мы подошли заранее и взяли там этот схрон. Слушайте. Ёбаный. Так, посох мастера! Погоди, глянем сейчас. Ну-ка, глянь, браток. Глянь, глянь. Короче, дорогие друзья, походу мы тут сейчас будем жестко кому-то насыпать. Только, блядь, что это такое? Я не могу нажать на инвентарь. А, ну понятно. Ща, значит, это разрулить-то придется. Блин, котейки, вот ну, сколько ж можно, ай, да? Маленькие братки, давай, разберись, Тас, ходи пока. А я с этими разберусь, браток. А тут с этими маленькими братками-то, ну куда? Ай, нигеры, сука, в меня стреляют. Ай, блядь! Куда тебе? Тихо, вот, тихо, куда тихо. Куда тебе надо-то, а? По своим маленьким делишкам, да, каким-то? Маленьким делишкам, браток? По каким маленьким делишкам он идет, как ты думаешь? Посрать, браток. Покушать. Да, маленький. Ой, блядь! Блядь, браток. Это плохо. Что такое? Там происходит? Да тут, ты увидишь, короче, одна крыса тут мне. Сейчас увидишь, вот здесь одна девка ебаная. Так, смотрю, смотрю, смотрю. Видишь, ты охуеешь, как крыса. Во! Ну пока ты его нехило херачишь-то. Ну потому что у меня есть перк, вот видишь, номер 3. Он парализует цель. Погоди, а наш этот, как его там? Ой, блядь. Погоди, а где наш гном? Гном? А он, я не знаю, что он делает. Он вон, полный здоровья, полной жизни, так сказать. Я не знаю, он где-то там, блядь. Он вообще давай не проверим, где он. А, вон где. Так. Не, почему? Он занят делом. Давай-ка мы сделаем паузу. И я скажу ему атаковать вот этих вот девок. Вот так, кстати, вот давно так пора. Вот ебашь, блядь. Дальний выстрел, да, плотняк. Так, нет, кот все-таки хочет куда-то уйти. Нет, ему нравится. Блядь, сука. Тут у нас важный... Что-то у меня браток стопорнулся, короче, и... Ну? О, Варик, давай, в спинку. Ай, красавчик, блядь. Смотри, как... Отвечаю, лютый цокарь на подработке, блядь. Не подработке уже, на производстве получается, блядь. Почему на подработке-то каждый раз? Смотри, вот мы сейчас в основном на подработке. То есть мы цокаем тогда, когда, в принципе, это удается, так ведь? Так, а когда да. ты цокаешь постоянно, ты уже не на подработке, браток. Это тупая логика, это моя тупая логика, браток. Блядь. Так, тут девок-то нету. Девок здесь нет. А что, все мы типа ведь победили, нет? Там внизу, видишь, вот эти красные черепа. Мы да пиздаем, блядь, только нет, вот так я прыгать не буду. Хотя. Да вон, девки-то. Ну-ка.
А, не, нету. Нету, это он их убил. Все, уже наши восстали. Сразу зелье. Ну-ка, пьют. Что здесь? Управление воротами. Воротами. Управление воротами. А, типа можно их закрывать, а вот эти надо открывать. Так, и как же их открыть-то тогда? Погоди-ка, браток. Погоди. Так, тут ничего такого нет, чтобы что-то какой-то рычажок там ебаный. Рычажок, да, или... Может, секретный вот к факелу нет? Нельзя? Не, о. Ничего такого нет, браток. Иногда делают, знаешь. Да, как блядь, ты там... Да уже дерутся девки, блядь. Быстренько так. Девки. Знаешь, есть такие псы боевые, да, бойцовские. Вот там тут, им кстати, нервы даже псы. Удаляют. На туре? Ну да, да. То есть, самого рождения. В принципе, они могут ебашиться и им... Да, паху. Им типа не больно. Ой. Смотри, что делают, а? А, мыши, блин. А ты можешь, не поделили-то? Может, снимешь это на видосик, браток? Нет. Бля, короче, ставлю 5 баксов, пиздошит, бля. Нет. Я 5 баксов на может, Тимоху. Может, тут что-то есть? Угадай, кто будет ломать? Взламывать. Нужен, скорее всего, ключ. Где-то там, Варя. Нет, не. Ключ тут не нужен. Нормально тут. А, нет. Черта, искусные руки. Это перк надо вкачивать, чтобы более такие прокачанные замки открыть. Ну, ёбан. А, о, вот. Потянуть, во. Вот и жёг. Так, и все, вот видишь, открылась дверька. Для чего-то там, пусть знает. Дверька, говорю, ни хрена себе дверька. Ты бы хотел такую дверьку себе домой? Блин, браток, она дрявая. Дверька. Сразите предводителя аваров. Ёбаный в рот. У меня их всего 3, что делать будем, браток? Так, а еще раз пополнить можно? Ну-ка, подойди к запасу. Ага, понял. Можно, как сделать, сохраниться, выйти, опять загрузиться и... Не, мы так не будем, это уже... Это лютые цокари. А мы с тобой на подработке, сам же сказал. Вперед! Да? А ты вроде как у них такая... Кстати, понимают, вот очень классно выглядит этот с туманом зелень, брату, как тебе? Ну, так, неплохо. Правда, мне кажется, мало яркости. Аварка, воительница, блядь, тёлка, походу, блядь. Блин, ой, ну что ж ты ой, блядь, делаешь, нихуя да? Урон-то пьет, да не ложки ебаные, блядь. Ну как мы их хуячим, браток. Ну потому что все вчетвером, что ты хотел. Ну, вообще-то тут 3 на 4, так что тут почти равные условия, брат. Так, блядь! Тебе подходит, осторожно. Блядь, ты мышь вонючая. Специально, походу, понимает, да? Кто здесь самый большой цокарь, блядь? Ну конечно. Так, ну, блядь, ты мышка вонючая, получай, девка. Вот так. Не, ну, слушай, тут уже мы с тобой просто короли какие-то. Спокойно идем, всех херачим. Потому что по уровню. Аварка, ты посмотри, у него лица-то нету. Видишь, по блядь. Уровню. Кстати, да, надо да. Же улучшить вроде, нет? Да, кстати. Сейчас это, оденем да? Как раз. Оружие. И оружие не забудь. Там какой-то интересный. Громовой посох. Нет, это не то. Вот у меня сейчас гнев левее. Да это не то. Так, ледовый посох нет. Ледяной. Это какая-то хрень невидимая. Так. Так, а у нас какой? Да блин, назад я хочу посмотреть. Да точно, нету. Точно убедиться, да нету. Да нет того, что можно взять. Вот у нас сейчас максимальный пока что. Вот, 37. У громового посоха. У нас сейчас гнев Лувиаса. Так, ну ладно. Ну у нас, кстати, посох уникальный, да, вижу. Так. Кольцо вьюги. Урон от способности на 10% выше, нихуя. А, стоп, это холод? Кольцо вьюги. Давай-ка мы кольцо вьюги, знаешь, на это... Да, я тоже так подумал. Стол, кстати, они уже шестые уровни, не забудь прокачать, браток. Кольцо пробивающее, пробивание обороны. Вот так вот здесь. Угу. А, блядь, это сюда. Ну, нет, быть. Скорее всего, заменять, нет? А. Так, пояс. Лучше на кольцо вьюги. Так, ну ладно. У него все нормально, у него... А у этого вообще ничего нет. Ну, у тебя будет. Вот так вот, для варика. Знаешь, что мне не для нравится? Для варика вообще тут, блядь, пальцев-то 10, а кольца всего 2. Бред, блядь. Или это будет дисбаланс? Ну, типа да. Кольчуга-чародея. О! Опа! Уровень 8. А, 8 уровень нужен. Ага. Да, браток. Ты капюшон на это огня. Но это уже самое первое у нас вроде было. Не, вот сейчас его оденем. У него да, бронят побольше. Блядь, такой он на шахида похож, твою мать. Так, шепа инквизитора. Так, это у нас было, да? Это наемник.
Нельзя одеть, блядь. Ничего нельзя одеть, ебаный в рот. Куртка разведчика. Ну, в общем, да, нам еще прокачиваться надо. Так, не забудь прокачать. Ну, я ж сколько, браток, так, тебе сказал. Монет. А, нет, у нас нет. У нас-то нету, да. А вот у них а по вот одному очку. Так, это Солос, тогда мы идем в холод. Так, вот это что, ледяная стена? Она у нас есть. Для врагов. Вот это что? Ледяная мина не надо. Или надо, думаешь? Первый наступивший на нее цель. Да ты видел ледяные мины? Я на них стою, у меня хоп, протыкает. Так блин. Тебя, Толька. Ну, вообще-то, вдруг это... А вот это что такое? Нельзя это. А, нельзя пока? Ледяной доспех. Вы защищаете себя от атак, подпитываясь от магии холода поблизости. Находите рядом с обложенными врагами. 50% берем. Пусть. Пассивка, но это уже что-то с чем-то. Погоди, так, как тут можно как-то... Хотя он и так последний практически умирает. Но все равно. Да. Блять, он такой ни о чем вообще персонаж, блядь. Ну да, какой-то такой. Порох здоровья, зелье восстановления. Ага, здесь ману выносливости. Так, теперь от этого мудиля мы улучшаем по-быстрому. Так, вот. Арбалет, да, будешь прокачивать его? Это что у нас? Выстрел с прыжком. От одной стороны вы обрушиваете отстрел на врагов, пытающихся приблизиться к вам. Да, давай. Вообще без разницы. Ну да, варика, скорее всего, мы будем менять, потому что, ну, как-то... Оружие ищет. Не особо он. Если вы видите удар, вы можете его отвести. Сокращайте весь урон, удар спереди. Да, берем. Угу. Ага. Хорошо. Так, ну и все. Все, да. Ой, блядь, не так кнопочка. Но пойдем, мне интересно, смотри, мы уже прошли сколько вот игры? Мы прошли, да, процентов 5 прошли, наверное. 5%? Да. Это сейчас какой выпуск, по идее? Да не знаю, может 6-й, 7-й. А может 10-й, браток? Не знаю. Я тоже не знаю. Ну минут по 40, по часу надо выкладывать вот так вот. Да, я понял. Там, ух ты, змейки какие-то красивые. Вот это фигня. Вон там уже, видишь, какие братки-то. Вот у вас хуя и... Ни хрена себе! Ой, блядь. Ага. Да не, мы, мне кажется, его все равно положим, так и так. То есть, ну вот эти мне больше всего не нравятся. Другие цоколи. Те еще девки, блядь. Вот либо их лучники, сначала лучники, надо. Ебаные, брат, мы пьем. У меня-то есть одна мысль, вот так встать. Так. Допустим, вот так вот делать. Ну, все нормально. Да мне даже не попадают, блядь. Отлично. Ну это пока что. Ну, блядь, браток, видишь, мы цокаем. Вы, блядь, этот здоровый хуйсос ко мне идет. Все равно в тебя пока не стреляют, я не понимаю, зачем ты прячешься. Если бы ты один остался. Там лучик меня, блядь, стрелял. Мне надо вот этих мелких хуйсос выбрать. Блядь, вон, мочи. Так, пусть он попьет немножко. Пусть попьет все-таки, браток. Ты ему разрешаешь, да? Да, я ему разрешаю. О, глюкнул, ебашим. Ну он-то, конечно, глюкнул, но там видишь вот этот лучник. Может его? Слышишь? Да, да, давай. Чтоб хотя бы не мешал. Давай, крыса вонючая, умирай. Так, сейчас умрет. Ближе не надо подходить, иначе, мне кажется, разглючится этот уебок. Понимаю. Все, давайте рвали его. Ебашим, связаем. Длань Корта. Да, что-то смотрите, он даже не может ударить. Ну, это не всегда везет, да, браток? Это нечестно. Где тебя везет? Ну, блядь, что-нибудь да всегда с боссами, блядь. Вот там, допустим, с тем здоровым-то этим бугаем такого, который с драконом ебашит. Ну да, да. Ебашим, блядь. Это надолго, кстати, мне кажется. Да не, уже видишь, сколько уже. Сколько это? Ой, глюкнул хуйсо. Угу. И главное, тут две крысы издалека. Я молнии, тот, блядь, холодом, и тут это добивает варик. Где ж две? Три? А, стоп. А чё он... Крыс, а чё он возле него делает, мне интересно. Хрен его знает. Может, урон-то побольше, если плотняк пройти? Это нихуя. Ну тогда он мудиль. Да. Сейчас огнем пульнул. Огнем, по-моему, даже побольше был урон, да? Угу. Блядь, перк долго восстанавливается, пока не будет. Троечка, чтобы он нахуй парализовался. Че, ебану. Ну! Вот. Ну это что-то вообще, а нет, на самом деле мало как-то. Ему похуй вообще. Ты сносишь?
четверку нанеси. Давай четверку. Четверку. Сейчас, браток. Ну сейчас, блядь, у него уже. Не могу, блядь, сейчас, у меня маны мало. Все. Ой, значит, он разлетелся как раз так хорошо. Ага. Так, ну да, будет что-то обязательно возьми. Освоить дорогу через морозные горы. Так, у него по-любому что-то есть. Так. Такой кошелечек типа остался. 12 золота. Дар отца Гор. Ого! 142. Ни хрена себе. А, уровень 7. Ну, короче, на 7 уровне мы Кассандре дадим, и походу там она будет, блядь. Ой, блядь. Только это двуручное оружие, браток. Ну, а что делать? Ну, что она, думаешь? Она с щитом, так что не будем ей давать. Не будем? Двуручная, с двумя руками. Ну. А на одной руке у нее что? Вместо меча. Щит! Поэтому мы что, убираем щиток? Нет, будем? Не будем, да. Щит убирать. Там будет этот, блядь, рогатый хуесос. Вот на него оденем. Какой еще рогатый хуесос? Кунари, блядь. Да помню. Ты его возьми еще сначала. Кунари, ты все своего. Все, спасли мы, братков. Миссия завершена. Отлично. О, видал, сколько влияния сложил. Так, какой там уровень? Так, влияние плюс 3. Это неплохо, неплохо. 11, нахуй. Ага. Так, ну все. Да? Поздравляю, мы можем отсюда съебаться. Наконец-то. Со спокойной совестью. Кстати, вон там что-то как что-то мигает. А, вот теперь, наверное, нам присоединиться. Ну-ка, мне вот интересно, что сейчас будет. Так. Ну-ка. Вот лежит щенок. Его отец, вождь нашей земли, вызовет меня за это на бой. Лучше работай на меня. Все! Здесь цель, да. Красавчик. Вот я как сразу его увидел, сразу подумал, что он точно в нашей команде будет. Да, я же тебе сказал. Слушай, блядь, с таким братком мы всех выебем, бля. Он, правда, старый, этот браток, ты смотри. Да? Конечно. О-ля-ля, я твой царь, ебать, все будешь мне все делать, рот тебиль мне будешь делать, все мне будешь делать, бля. Все. Завербован агент, отлично, бля. Что ты говоришь? Все, блядь, у меня еще один шахан у меня в команде появился. Так, ну хорошо. Плюс один. Еще просто, плюс один. Просто плюс один, вот так, на халяву, браток. Так, карту открывай, мудель. А, ну все, так, нам вот тут это, уже вот делать-то нечего что практически. Мне просто интересно, что это. Да это квест какой-нибудь там. Еще очередной. Может, бегать? Все, не будем бегать. Назад. Все, уходим отсюда. Окей, как скажешь. Угу. Тогда что, карта мира? Карта мира. А погоди, дай-ка мы в журнале глянем, какие там дальше есть путники. Опасность не миновала. Так. Блять. Ну это по основной. Ну сейчас нам нужно вот сюда, обратно, браток. Так, правильно. Так, долго-долго. Как всегда, можешь... загрузочка сейчас будет, да. Долго-долго. Может, ну, ты браток их потом подвырежешь, нет? Да нет, не буду я заниматься этой фигней. Ну ок. Да. Ленивый ты, браток. Ленивый еще какой. Спать хочется, на самом деле. Эмбриум растут на лугах и в лесу под деревьями. Ну ни хрена себе. Что еще нового? Кассандра. Это, кстати, про нее есть мультик. Да? Да, полтора часа идем. Про то, как она стала, так сказать, правой рукой вот церковной вот этой управленницы. Мультик? Мультик, да, мультфильм. Че, реально мультфильм есть, ничего да, есть. Да, вот про нее отдельно. Довольно такие. Знаешь, он чисто для фанов. То есть узнать, кто такая Кассандра, блядь. Просто во второй части игры, я только вторую запускал, хуякс она Варика допрашивает, и Варик-то рассказывает, что да как там было с защитником в Кирвале. И ты нихуя не понимаешь, что кусок, кто она такая, кто такой, блядь. По ходу игры понимаешь, что Варик-то такой нормальный так-то, слушай, гномик, блядь. Помню, как его брат, блядь, подставил нас там, блядь, на морозных, или как там, морозные тропы, я уже не помню. Блядь, ну, короче, жестко кинул, а мы выбрались. Девка ебаная, бля. Варик его взял и проткнул стрелой к хуям. Своего брата! Потому что тот закрыл их нас нахуй под землей, блядь. Ни хрена себе! И спиздил добычу, блядь. А, все понятно, гномы не забывай, они самые такие братки. Хитровые ебаные. Гноме! Своровать деньга! Вот самое главное. Они ж так не общаются. Они так общаются. В Разине третьем они так говорят. Гноме! Тут, браток, смотри, тут следы на снегу. Да, нету, браток. Ну, может, тут не так холодно. Да. Кстати, очень возможно.
Очень... Так, сундучок. Сундучок там. Вот это что за сундучок? А, так мы в прошлый раз не могли взять его. Так, угадай, к кому мы сейчас идем. Не, ну уже это не смешно. Не, ну может быть. Но это уже не смешно. Может быть. Да это уже не смешно, ну чувак. Ты доебал, блядь. Твою мать, блядь. Это уже не смешно. Десятый раз ты идти, ты чё? Я не ради смеха иду, я реально хочу попытаться, браток. Попытаться. Десятый раз мы здесь проходим, и, блядь, десятый раз он идет к ней, а? Ну, вот как ты меня доебал? Честное слово. Это, знаешь, это безумие, как вас говорил. Повторение одного и того же. В надежде на изменения, брат. А нихуя изменений не будет. Но я буду пытаться, браток. Если ты проиграл, то это еще хуже, чем безумие. Точнее, если ты пристал. Ну давай, идем. Пытаться. Влияние 12, нехило. Так, завершено. Завершено. А свою дорогу через... Нет, это пока не надо. Хотя, может, еще... Как это есть порождение? А погоди, мы что, все тут завершили, что ли? Ну, давай назад. В Орлей пойдем. Так. Давай, Орлей. Что у нас тут? Стоимость 4, ну давай. А, вот сюда идти. А тут что? Ага, понятно. Следовать осколки. Ну, давай. Обратиться к церкви. Ну-ка. Конбисерий. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask him. Так, ну чё, что меня спросите-то? Так, я не знаю, факт, что поможет. Да, давай, не факт, что поможет. Какой у ней, знаешь, такой... Сейчас вот у этой-то голос. Нет, нет, нет. Как её зовут-то вообще? Я именно плохо запоминаю. Это когда Кассандру помнишь во второй части. Лилиану помнишь. Ну, понятно, понятно, понятно. Сейчас, короче, покажет ее, я скажу. Ну вот это, да. Она типа по политике. С книжкой, короче. Она по политике. По политике, а как ее вот... Вот, вот она! Посмотри, какой у нее греческий нос! Знаешь, с горбинкой. Ну, если ее, конечно, повернуть. Ну, нельзя ее повернуть. Да. Хотя, возможно, ей операцию. Херанули ломом по носу. Тогда понятно все. Подтвердите операцию. Подтверждаю. Да, подтверждаем. А, видишь, тут уже что, тоже разлом. Бы такие значки. Ну, то есть, знаешь, такие фигурочки, чтобы там... О, говори только говори слово. Слушай, клево. Говори только слово, браток. Repeat word или что? Word это... Как слово там заходит? По-английски будет слово. Котики, котики, вы что мякаете? Маленькие братки. Саго Тирди яркая секида. Я сегодня просыпался, браток, под звук хрумканья сухарей. Ну, не сухарей, а как вот этот корм-то называется, ну, черт возьми? Понял. Которые они жрут, коты-то. Что, дай угадаю, они принесли миску тебе на кровать и жрали нет, там, да, прямо у тебя на голове. Нет, да, конечно, браток. Нет. Что за хрень ты несешь? Нет, я просто думал про себя, бля, какие же они умные, эти маленькие котики. Что-то можно хрумкают сейчас я скажу, там, браток? Что-то кушают там, что-то как-то умеют открывать ванну, допустим, чтобы попить. Эти коты, блядь, они же пиздец умные крысы. Просто так осознаешь, что... Можно сейчас кое-что скажу тоже, браток? Своим маленьким... мозгом что-то думают, ты понимаешь это? Да умеют они... открывать, когда блядь, надо, открывать двери, какого хрена, как да что там уметь, блядь, лапкой подвинул и все. Вот так коготками. Вот. А ты знаешь, как наоборот, они открывают, они просто встают на задние лапы и наваливаются на дверь. Да. Ты пиздец. Они слишком. Кстати, вот это в Орле, вот это видишь, так сказать, архитектура, да? Так. Я вот все время думал, Венеция, когда первую часть играл, погоди. В первую часть играл, во вторую играл, там про Орлей были упоминания. И мне будет интересно, как Орлей выглядит. Да вот теперь я вижу, как он выглядит, и спиздили, походу. Спиздили? За три куска сыра, да? Мёртвестник. Вот опиздили. Храмовники, да? They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do then. Короче, ты понял. Кто-то нас выебывается и пора сделать что?
Да, разрулить ситуацию. Ну или дать пиздюлей. Так, да ладно, идем отсюда. Тут можно, кстати, прочитать что-то. Погоди, кто-то должен их предупредить. Как скажете, Ох, смотри. Черт, Васька, вот. Раскаиваться, нежно царапано вандалом. Сделан жирный косяк. Типа, вандалы? Даже что? Тогда уже вандалы были. В смысле, вандалы были всегда. Варвары, к примеру, в цирке крысы вонючие. Оторвать бы им ручки крысиные. Вот эти золотые львы, ебать, сколько они стоят, братан? Короче, ты уже все понял, братан. А что, если мы их пиздим и расплавим? Да, блядь, мы их... Короче, берем кувалду, я не знаю, вот видишь, носик у мявки. Отколупываем носик, браток, нам это хватит лет на 10, понимаешь? Так, смотрим. Если чисто бичеву есть, то на лет на 10 хватит. На лет 50, еще внукам будешь подкидывать. Это мне уже не нравится. We mourn our divine. A naive and beautiful heart silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, no more. Behold, the so-called herald of Andraste claiming where our beloved fell. We say this is a false prophet. Знали бы они, как ему насрать. Так, прекратить немедленно, давайте поговорим мирно. А давай-ка... Давай-ка вы ошибаетесь. А давай-ка мы вот это, у нас есть настоящий враг. Переведем их гнев на гнев тех уёбков. Ну они же не такие долбоёбы, они же не тупые. Ну это работает обычно, да ладно вы. Это работает. Do you know everything the Maker commands? Look up in the sky. I alone survived the breach, and I can end it. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. Too late. Блять, ее акцент тоже. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. На нахуй. Ну, чувак, дай пятюню. Вот я даже так захотел взять так и уебать. Вот это, конечно, прикол. Охуительно получилось. Да как вы посмели. Это тоже самое. Лорд Сикер Люсиус, это императивно, что мы говорим с... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement, raising up a puppet as Andraste's prophet, you should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt. В смысле остановить? Вы что, ёбнутые, что ли? If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect. А, ну тут уже это гордая крыса, как мы видим. Ты, конечно, конечно. Так, здесь песнику, хомульки, идите к нам, как Калин. Ну, пытка не пытка, но он же гордый, он не согласится. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Разговаривает со мной. Indeed. Погоди. На меня морда смотрит. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if he really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. FM. Возможно, кстати, это наш брат, поэтому он как-то, видите, за нас заступился. Ну, я про негра второго. Негр 2 будем его называть. Ну, как ты видишь, тут негров-то мало, поэтому, возможно, он наш брат. Поэтому подумал, надо братку-то защитить. Так, найдем другой путь. Да, давай. А, ты правда хорошо его знаешь.
Fortunately, the Templars aren't our only hope. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Ну, нам так и так придется объединять их как-то. Храмовников и... Знаешь, там что будем делать? Что это за звуки? Опять, что ли, кулаки летят? Нет, стрела, типа, прочитать, что ли? А, нет. Воу, нихуя, типа, быстрое перемещение. А, ну, тут, видишь, все открыто, мне кажется. Ну-ка, а что такое? А, этажи. А, о, загадочная стрела, ну-ка. А, ну-ка, давай-ка. Услуга за услугу для друзей. Так, говорят, вы... Как все, так что хочу помочь, собрать. Один урод хочет вам нагадить. Поищите красные шмотки на рынке, на пристани и в забегаловке. Может, успеете к нему раньше. Мечи не забудьте. Так, друзья, рыжий Дженни. Рыжий, браток. Рыжий. Так что мы бежим сейчас куда? На рынок, пристань и забегаловку, браток. Ну, а ты запомнил? Рынок. Нет, это говно какое-то. Это опять тот мудель. Давай на рынок. О. I have an invitation for you. Ну-ка, и чё? Вот сейчас увидеть вас в своем салоне в замке Керсика. Нет, это не то. Вот, блин, мы же хотели с тобой на рынок, что-то такое. Да сгоняем, браток. Давай-ка снимем магазик, браток. Куда? Магазин. Какой магазин? Там магазин был значок. Ты ж назад идешь. О, ну-ка. If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering. Fiona. I wanted to see the fable. А где Шрек? If it's help with the breach you seek, perhaps you should look among your fellow mages. Does that mean the mages will help us? We are willing to discuss it with the Inquisition at least. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Au revoir, бля. Тут какие-то французы, блядь. Let us return to Haven. Когда пока вернемся по сюжету, пойдем, окей, браток? Ну, видишь, да, они говорят. Сразу одел эту балахонку. Ну, вообще, там такая настройка есть, браток, так что ты не парься особо. Ну, ладно, пойдем. Друг Дженни. Так, поищите на пристани. Ага. Это типа вот сейчас задание, да? Да, кстати, это задание. Но это не главное, вот. Убежище. Да позже ну, сделаем. Ну, ладно, вот давай. Когда убежище. Там будет главное, ну, задание, так сказать. Там, когда еще будет главное, это непонятно. Так, смотрите, что сейчас будем делать. Во-первых, надо настроить команду, то есть взять нашего братка старого. То есть кого-то заменить надо будет. Кого мы заменим? Варика. Но он хорошо язвит. Как ты без нашего братка? Вообще-то, если в первой части взять Морриган и Лилиану, там они будут очень-очень круто друг друга подъебывать. Там есть, короче, Огрен, тоже гном. Берешь, короче, Морриган и Огрена, и Огрен такой идет, и такой что-то подсматривает, и она такая говорит, ты куда это смотришь, короче? Ты таких диалогов просто кучей все. Переведи на русский, браток. Да? Ни хрена. Первая часть вообще отличная, уникальная игра. Я даже ради прикола сегодня ее скачал. Чисто вот вспомнить. Сегодня? Да. Ну, сегодня имеется в виду вчера? Нет, сегодня. Чтобы смотреть на завтра, да? А чё ты к ней подошёл? Всё равно нихуя нету, блядь, так. Ну, валим. Не отвлекай. Не отвлекай. Полезно отвлекать. Только если в первую часть... возвращаться. Ну, там, во-первых, там был серый страж, который пока был так, что потому что сделал пока что пизжи нашего героя. Целый мир спас там почти. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses as well as the capital. Попытаться стоило. We had to do something, and now we have an opportunity. Тапками опять шевелит. Не шевели. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the Mages. Только с ними хуй договоришься. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the order somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it.
I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Mm-hmm. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Так. Ну ты понял, да? То есть... Мне кажется, храмовников все-таки надо или... А мне больше маги нравятся, храмовники все-таки они... Ну и все, давай маги тогда выбирай. Ну вот... Да выбирай магов! Что мне во второй части не нравится, там есть всего 2 выбора. Либо за магов, либо за храмовников. Ну. А третьего не дано. Вот и это... тут третьего не дано. Надо... Ну-ка, вот так выбирай. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Так, опасности всегда не будут полезны. Ну-ка. You think the invitation could be some kind of trap? Ну я понимаю, ты Юлиш. Сейчас хочешь, да, чтобы третий вариант был, но... навряд ли. Ну ты выиграл бы войну, храбраток. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. Нихуя. Кто такие серые стражи? Зачем мне это брать, если я знаю, кто такие серые стражи? Так, это подозрительно. Такие серые стражи! Это как... Серые телефоны, да? Некачественные. Погоди. But I cannot ignore it. Сейчас объясню. 2 days ago, my agents in the Hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of... О, Блэквелл, я знаю. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Серые стражи. Есть порождение тьмы, так называемое. Кстати, у нас новый уровень. Угу. Так называемое порождение тьмы. Так. Смотри, если, допустим, человек выпьет их кровь, он, скорее всего, умрет. Но если ты остался... Один жив, вопрос, зачем, ты... зачем им пить кровь? Чтобы стать серым стражем, только серый страж может убить архидемона. Морта был не один раз, он был 3 раза. Поэтому, браток, вот такая хуйня. Так, ну ладно, давай тогда... О, требуется влияние 10 из 15. Понял прикол, да? 15 это... Ну ладно, позже посмотрим. Так. Так, вот, допустим, вот эти перки я еще не брал. Давай посмотрим. Это вот что? Тут мы хотели больше же молнию. Энергии, вот эти больше урона наносят. Ага, вот это что? Да не, не надо, не надо, не надо. Читая заклинание, вы окутываете себе электричество и пытаетесь прививать ваше заклинание, получить пользующую дармонию, нихуя. А вот это что? Статическая клетка. Вы ловите врагов в электрическое поле, пользующий тех, кто пытается из него выйти. Вот это круто! Мне кажется, нет? А мне кажется, вот это круто. Ну, бери. Ну, или вот это даже заебись. Ну, ты же играешь, поэтому... Черт возьми. Давай-ка вот по порядку-то пойдем. Ну хорошо. Погоди, а ты можешь сейчас... А, нет, не можешь сменить не команду. Пока. Так, ладно, назад иди. Все, теперь назад иди. Или так, пора... Погоди, тут вон, восклицательный знак. То есть сейчас выйду, но, скорее всего, разговор начнется. Стопудово. Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. Какой-то странный голос, блядь. Говори. What's the message? We've got word of some Divinta mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander Iron Bull. We'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition. Meet us there and watch us work. Идите. Ты тоже иди. I look forward to meeting this Iron Bull. Да, прикольно. Кто-то еще хочет в нашу сторону. Еще кто хочет? Еще там кто-то хочет в нашу сторону, короче. А кто? Вот этот мальчик? Мальчик. А кто? По голосу-то мальчик еще по какой. По голосу еще какой пиздюк, браток. Созвать военный совет. Бля. Так. Так что делать-то? Сейчас увидишь, браток. Угу, войска. Хорошо. Так, что? Ну-ка. Вот, видишь? Да мать твою, что за фигня? You were saying something about... Cullen? I...
Что-то они болтают. Ну, это как, знаешь, задний план. Как, допустим, телевизор на заднем плане что-то шумит, шумит, и тебе кажется, что ты не одинок, на самом деле, блядь. Так, погоди, погоди. Так. Емкость инвентаря нам нафиг не нужна. Богатые знания. Вот хрен его знает, что тут учить. Какой-то бред, блядь, честно. Давай чуть вот выбирай. Услуга за услугу, редкий товар, вот это что-то... А, так мы же вообще ничего не покупаем. Угу. А торговцы с 10% скидку. Ты все равно не покупаешь, зачем тебе это? Я не понимаю. Да похуй, так. Тайны. Явление изучения магии, искусные руки. А, вот что нам надо бы. Требуем 4 очков в категории. Прикинь. Ого. Это то есть получается все надо прокачать. Ой, нет, это мы войска. Давай-ка вот это, все на них уделать. Да, давай. 5% конечно это полная фигня, но... А что делать? Так, вот, допустим вот здесь. Вот это что, необходимо ли питание? Ого! Вот туда потом позже пойдем. Так, а вот это уже круто, что тут новое все. Культ Андрасты, блять, вот и сюда бы надо сходить. Да? Мне просто интересно, что за культ Андрасты, браток. Давай сходим. Только не сейчас. Не пойдем сначала в Орлей. Так, обратиться... Так, это мы уже завершили, да-да. Вот, тут есть... Ага. Следовать осколки и останки церкви. Церкви. Помнишь, мы что сюда-то пошли, что там было, помнишь? Там только одно задание, забей. Можем не идти пока. Ну, влияние заработаю. Только одно! Ладно. Почему это надо? Ну, возможно, не одно, конечно. Допустим. 15. Месть Варика. Давай-ка Варика. Давай культ Андраста. Ну давай. Пока что можно сходить. И мы, кстати, опа. Хрена себе. Избранным агентом, умеющим... С Лилианой можно или что? Я знаю таких. А тут что, Калин? Давай-ка мы Лилиану. Оставшее время... А, вот как! Интересно. То есть, видишь, она сейчас будет выполнять задание, а не мы. Круто, да? Охуительно. То стоп, Варик, то есть Варика типа отправить нужно будет. А, ну он все равно нам нахуй не нужен будет. Так, это типа выполняется. Ага, вот допустим Варик. Трудная месть. Так. Так. Вантиви заняться этим. И что это? Что это за фигня? Могу попросить на вот... 14 минут. Да похуй, пусть выполняют. Так. Могу попросить какого-то там друга. А что этот друг сможет сделать-то, черт возьми? Да похуй, пусть сделает. Ничего не похуй. Забота аристократа, допустим. Ну давай, братка, этого Калина. Alright. Ну все, все заняты. Все выбрали, все выполняют задания. Теперь давай туда идти. Да, давай. Сюда? Да. Может, сюда? Да. Да побегаем, блядь, браток. Может, ты в команду нашу как-то. Да ничего там не будет. Вот поверь мне. Эх ты, девка, блядь, ладно, исследовать осколки. Ну а как? Все закрыто, прикинь. Не участвует в этой задаче, только это. Только одна карта, картишка. Да? Только Джокер в рукаве. Сестра Лилиана, не хочу читать, принять отчет. Так. Так, вот. Так. Опа. В смысле, блядь? В смысле? Что? Погоди. А, добавить, удалить, ну-ка. Нет, это вот это вот. А-а-а. У меня есть... Я не понял прикол сейчас. Он сказал, попрощается со своими этими и прибудет в команду. А когда он прибудет? Давай-ка мы, знаешь, что, назад вернемся. Ага. Ну, блядь, а как назад-то выйти? Допустим. Ну, бери уже Варика, что делать-то? Блядь. Ну, пиздец, ну ладно, сейчас выполним миссию тогда и пойдем. Да, это как-то странно, да? Капец. Непонятно. Я очень разочарован. С тем бы тоже браком, что-то... блядь, тут там всех порешали просто. Ну, не факт. Но он выглядит-то реально опасно. Он выглядит прям как Стэн в первой части, блядь, со всеми доспехами. Одел, блядь, такой шкаф огромный, блядь, с тобой бегает. Тебя ёбнули, ты думаешь, вай, похуй. Главное, Стэн жив сейчас, дай дам им всем пиздюлей. Как-то так.
Это интересно. А что-то, как мы попробуем заработать-то его, а, браток? Он сказал, как откроем со своими его братками попрощается и перейдет. Но обычно... Но когда он это был? Обычно это было как? То есть они говорят, бла-бла-бла, там попрощаюсь, и все, и они уже там в лагере. Да хули его нету? Почему братка-то нет? Слышишь? Что? Почему нет тут? Да, я тебе сказал, через пару миссий будет. Через пару миссий? Наверное, я не знаю, бля. О, пустыня, браток. О, интересно. Come to join us at the Oasis? It's actually quite the sight. It and the temple are further in. Так, что-нибудь еще? Anything else I should know? Not much to tell. A mining company out of Val-Fermin used to have an interest here, but economies change, and they moved on. Strange, the miners never marked the temple on their maps. Куда исчезу-то? Пусть, ну-ка, а следы есть? Ах вы! А, у нее есть следы. Что-то есть, спокойно. Так, изменить команду есть тут эта штучка? Ну-ка, погоди. Что там такое? Ну-ка. Сбор осколков. Хорошо, выбрать зелье. Опа, ну-ка, бери. Зачем нам слезы мертвеца? На всякий случай. Ну, чувак, ну что это? Что это вот за фигня? О, что-то есть. Почему ты не можешь создать предмет? Эти амулеты вызывают уважение к клинку Гессериана. Плюс один к силе, но это... О, еще что-то можно создать. Родинская история. Плюс один к силе. Ну, что, нормально?